Безупречная точность с лазерным сенсором 8200 DPI Pro Aim. Безупречная скорость с 32-битным процессором Turbo Core V2. Безупречный контроль при помощи кнопки дубликатора Easy Shift. Безупречная игровая атмосфера с подсветкой в 16 миллионов цветов. Rocket Compure. Ну что же, еще раз всем привет. Возвращаемся мы в прямой эфир. И начинается вторая карта. Да. Может быть, последняя для команды Empire. А может быть, и не последняя. Посмотрим. Я надеюсь, что не последняя. И давайте сразу смотреть пик, что я только что присутствовал при обсуждении того, что происходило между картами. И Enigma Патма сейчас должна быть. Должна была быть. Но нету Патмы, и есть Брюмастер. Только что между картами ребята обсуждали, что 100% будет бан Брюмастера, и нам надо самим забирать Enigma. Но нам надо надеяться, что они не возьмут вторым пиком Silence. Ну, вот он, вторым пиком Silencer. И, в принципе... Все-таки вот так вот. Empire, к сожалению, не получилось так, как они хотели. Да, они надеялись взять Enigma Патму, потому что думали, что забанят Ликантропа и Брюмастера. Но в итоге им дают Брюмастера, оставляют Enigma, ну, оставляют им и Enigma, и Брю. Empire забирает. И очень надеялись они подбанить Сайленсера во второй стадии бана, но, к сожалению, Cloud9... Но зато теперь открываются довольно широко возможности этого сайленсера бомбить, скажем так. Ну, понимаешь, бомбить сайленсер — это хорошо, когда ты его бомбишь, но когда он ломает всю твою суперкомбинацию, да, супертактику. Это да. Я имею в виду, что поставить сейчас агрессивную триплу против него и просто уничтожать. Вот Бон Флетчер летает в бан. Ждем третий бан от Империи. Понятное дело, что не так все просто на словах, да, как вот я говорю, там, ой, пойти, триплой отбить, побить, но как бы других вариантов здесь нету. То есть тут надеяться на прокаст нет смысла, но потому что мы прекрасно понимаем, что просто-напросто не сможет кастовать. Ну вот привыкайте к этому звуку, ребят. Да, потому что этот звук тут сейчас будет просто постоянно. Да, у нас четвертьфиналы Старкрафта начинаются возле нас. Patience против Тейджи. И буквально в 5 метрах от нас с Каспером начинается фан-зона. И у них эти тарахтелки, как и на прошлом DreamHack, они будут тарахтеть. Тарахтелки будут тарахтеть. Но они, в принципе, для этого и предназначены. И скоро эти тарахтелки еще, наверное, и у нас тут на Доте появятся. Тут будет вообще ужас. Может быть. В прошлый раз на финале их все-таки подогнали. Да, так что я думаю, их пораздают еще на Доте, и тут будет вообще просто стоять бешеный шум. Ну, кстати, что удивительно, опять-таки, на DreamHack'е всегда удивляет, да, то, что у нас 7 корейцев и поляк в четвертьфиналах DreamHack, а зрительский зал, в принципе, забит. И любят люди киберспорт. Это хорошо. Ну, конечно, любят киберспорт. Итак, Dragon Knight банит. Там же и Мипо. Ждем мы сейчас четвертый бан от Империи. Что же? Так, это минус Бейн. Ну и давай, Андрюха, нужно что-то агрессивное. Ну да, что-то веселое, что будет давить. Не, ну у них уже есть два хороших героя на замес. Это Enigma и Брюмастер. Им, в принципе, что, добить буквально парочкой неплохих суппортов? Сайленсер мешает очень. Это понятно, что Сайленсер мешает. Но Сайленсер — это ведь не там... Ну, не знаю, до него можно добраться, его можно убить. Он тонкий относительно. Вот как? Надо придумать как. Ну что, как? Надо на него нападать, да? Допустим. Да, но Брюмастер... Брюмастер, ты понимаешь, что ты... Ну, а куда? А тут вариантов нет. Ты не можешь поставить триплу в сложную против Сайленсера, потому что у тебя Enigma. Ты можешь попытаться пойти Enigma в чужой лес и поставить Брюмастер что-то. Ну, это, блин, Виномансера взять просто и идти давить. Реально, пойти взять Виномансера. Ну, не знаю, Виномансер мне не очень нравится. Слишком такой ненадежный товарищ. Ancient Parish. Хороший вариант. Это да, это один очень хороший вариант. Приморозил, клэп, побежали.
Ну, понятное дело, что все равно в триплу не пойдут, в сложную, я имею в виду. Понятное дело, что пойдут в легкую Empire. И Silencer свой левел будет получать, получит его очень быстро. И первые же драки для Флая будет очень серьезная головная боль, наличие этого Silencer для его блэкхоулов. Да, ну и Visage у нас у команды Cloud9. Хорошо. Блин, ну очень мощные герои у Клаудов. Хотя мы тут все с тобой сидели полгода назад, говорили, Silencer, они что, с ума что сошли? Что это? Да-да-да-да. Типа, сейчас у тебя бейсмастер для Империи. Вот так вот. Агрессия. Хорошо, но опять-таки мы не забываем про наличие Silencer. В смысле, Silencer, я слышал, если на него накричать, он ничего не может сделать. Ну, типа, убить да. Его сложно, если появится нормально. Ну, даже, в принципе, без боковой можно будет его убивать. Почему? Потому что Бисмастер, например, прыгает с даггера. Ох, ты ж нифига. Дроу Рейнджер, ну, это короночка команды Cloud9, Визаж и Дроу Рейнджер. Так вот, о чем я хотел рассказать. О том, что Бисмастер прыгает, кричит на Сайленсера, на него прыгает Брюмастер, раскладывается, и все. Тайтхантер Рейвейджиру, не Рейвейджиру, и у Сайленсера появляются серьезные проблемы. Ну, и там какой-то ульт аппарата залетает еще туда сверху. Что на мейн керри стоит взять ребятам из Empire? Из Empire на мейн керри что-то. Я не знаю, они, в принципе, могут взять своего гирокоптера еще раз. Ну, без виспа. Без виспа, ну, блин, его всю жизнь брали без виспа, если что, этого ну, гирокоптера. Ну, я в курсе, ну, просто... Ну, просто кто-то придумал, что его можно с виспом взять, вот и начали фигней страдать. Но опять-таки, блин, я имею в виду, какие у нас есть керри-герои, которые, в принципе, не зависят от глобала. Не особо зависят от глобала. Войд? Да не то, чтобы... Ну, Марта нет, кстати, Войд неплохо сюда впишется, если что. Бистмастер, Апаришен, Энигма. Тут Войд, кстати, хорошо входит, по-моему. Не, ну, Войда будут убивать. Войду тут без БКБ, в принципе, жизни не будет никакой. Определенно. Плюс еще там где-то накосячит, и вот Тракса просто изничтожит. Морф, не морф. Ну, минута осталась у мага, чтобы выбрать. Не знаю, может, действительно морфа какого-нибудь сейчас возьмут и отправят его фармить. А там посмотрим, как получится. Ну, времени еще вроде бы много у мага для того, чтобы определиться с выбором. Ну, блин, вот задумались, я уверен, сейчас тоже имперцы над тем, что же все-таки стоит взять. Да, интересно, что там сейчас маг придумал. Это фантомка. Что-нибудь просто. Не, ну, типа, герои способны быстро добираться до Траксы, до Сайленсера, до любого героя. Это приятное качество. Неприятное качество, если глобал будет вкастован прежде, чем фантомка залетит, она бесполезная. У нее маленький атак спид. Виспа с ней нету для того, чтобы его повысить. В принципе, есть бисмастер, который хоть как-то повышает атак спид. Это уже приятно, но все равно. Ну, типа, там будет БКБ в любом случае. Верно, верно. Не, ну это понятно, но только когда? И будет ли? Ну, первым артефактом вообще практически не обсуждается. Ее Тайтхантер будет убивать вот за, ну, за Рэвидж. Точнее, ну, не Тайтхантер, ее все будут убивать за один Рэвидж. Там три рейнджовых героя, и я не удивлюсь, если сейчас еще какой-то Вич-Доктор заедет. Просто непонятно, Сайленсер суппорт или Сайленсер в мид вообще отправится, или Тайтхантер в мид. И трипла куда-то в сложную, и Сайленсер фармить будет. С линиями тоже пока еще небольшие непонятки у Cloud9. Ну, как по мне. Ну, почему? Сайленсер, ну, 99%, что это не будет фармящий Сайленсер, да, что это будет под Сайленсер вместе с Визажом. Ну, тогда я вообще подробку, никаких проблем с ним не вижу. Ну, по фантомка в мид, брюмастер в сложную или как? Или бистмастер в мид? Фантомка в легкую, брюмастер в сложную. Но, а тут мне кажется, без... Ну, блин, я не знаю. Посмотрим сейчас. Это Queen of Pain от Синг-Синга. Интересный герой. Нам показывает зал. Зал уже, в принципе, полный, несмотря на то, что не играет. Ну, еще нет, еще куча мест. Я вижу слева. Не, ну там сзади только. Да. Ну, учитывая, что Альянс играет еще Капа. Не скоро.
Cray Face No Space. Ох уж это капа. Да, там начинается тем временем на StarCraft. Кто у нас там играет? Patience из Alienware. Да, и кто-то еще. Против Liquid кого-то. Liquid Taeja, вот. А, Taeja? Да, да-да-да, против Taeja. Best of 5? Или что? Best of 3, Best of 3, четвертьфинала. Ладно. А мы начинаем с вами смотреть игру Cloud9 против Empire. Silent играет на Фантомке. OneScore сыграет на Apparition, Resolution на Beastmaster, Fly на Enigma и на Brewmaster сыграет Empire Mag. Bone7 опять-таки у нас на Tide будет шпилить Eternal Envy. На Draw Ranger на Квапе сыграет, конечно же, Sing Sing. И Aoi 2000 на Визаже. Плюс Pilot Die на Silencer. Ну что, Pilot Die, вчерашнее повторение. 0-7-0. И шестой левел на 24-й минуте? Да, да, да. Вот это, кстати, было бы идеально для команды Empire. Ну, Silencer, вот, который да. 23 минуты без глобала. Ну и тогда это хороший, кстати, вариант. Нет, на самом-то деле, такого Silencer, суппорт Silencer, да, то есть это тот чувак, который, по сути, гуляет, там особо за собой не следит, там варды ходит, ставит. Его, в принципе, цеплять можно, можно убивать его и охранять особо не должны. Ну его там теоретически как-то там ваншотить может Silent. Может, сможет Silent, скажем так. Может, сможет? Не, ну он-то и так сможет, сможет. Что у нас здесь? Здесь у нас ждут руну. 19 секунд до ее появления. Ставит Pilot Die Ward вот у себя здесь на холмике. На нижней руне, кстати, нету контроля вообще пока на рунах у ребят из Empire. У кого там еще остался Ward? А у, собственно говоря, аппарата. OneScore. И куда он его сейчас воткнет? Посмотрим. Пока OneScore не надо спускаться на лоу-граунд. Вот идет он за хостой. И минус OneScore. Нет, это минус OneScore. Да-да-да-да-да. Чуть-чуть не успел он за хостой. И Silencer... Нет, не Silencer. Бонус 7 забирает. Silencer отправляется на линию. Вот он, бонус 7. Сложный, у которого сейчас, кстати, появится тапок. Вот просто Tidehunter приходит... И второй левел. ...со щитком. А, там еще Silencer, смотри. Идет дальше. Идет дальше за флаем. Ну, Silencer сразу же берет тоже фактически второй левел. И... Ну, начало... Еще спаун один подблочил. Ну, хотя там появляется спаун с сатирами, вот он такой, мне он больше всего нравится. Почему? Потому что за него дают, ну, очень много опыта, и сам спаун достаточно слабенький, его удобно фармить. Но проблема у Сайлента. Сайлент тут стоять теперь не сможет толком. Да, Сайленту здесь нереально тяжело. В миде мы понимаем, что тоже тяжело резолюшн, потому что постоянно у него даггер будет в спине. Магу тяжело в сложной. Короче, по линиям все очень плохо сейчас у имперцев. Нужна поддержка вот этой самой Энигмы лесной очень-очень сильно. Там, не знаю, то ли просто тусоваться где-то рядышком, вот эти спауны большие стараться фармить, либо что? Ну, либо фантомка будет плохо бить крипов. Вот, собственно говоря, что. Возможно. Еще там курса периодически залетает. Ну, да-да-да, пошла жара. Так, ну что, Tidehunter здесь фармит. Tidehunter сейчас будет иметь третий левел. Есть 300 голды уже. Тапок, щиток, все нормально. Ну вот Dagger бросает, конечно, Silent. Silent, ну что он может сделать? Вот так вот, все, и без маны. Вынужден даггерами отбрасываться, потому что курса постоянно висит, и это очень неприятно. Что я нажал? Нет, все, я опять вернулся. Так, ну и что у нас тут? Тут у нас приходит маг. Одну критули он ауи повесил. И еще разочек тычку по ауи дал. И еще одну тычку по ауи дал. Ну нормально. Тычку столба снял визажу, уже неплохо. Да, мне больше интересно, что у нас тут в центре. В центре у нас проблемы у Бестмастера, просто колоссальные проблемы с вот этой квапой, которая с ножом. Ну подожди, крипстат 9-2-9-1, то есть более-менее банка, ну, есть, там банки еще нет, так что пока Resolution держится. Банка туда и туда приехала, банку Resolution уже начинает обузить. Ману он использовал только что не слишком эффективно, то есть он не успел там ни топоры закинуть, ничего не успел закинуть. Так, вот крипочек он задунаил. Ну и очередной нож в спину Resolution, нож уже второго уровня. Ай-яй-яй, как же он больно так коцает. Ты только посмотри, ну, минус кулдаун, 40. Ну, заканчивается, минус 5 будет. 40. Резолюшн будет стоять, бедный, и все. Сейчас регена нет, надо ждать, пока банка вернется. Да, он не может. Как только он поставится, он получит еще один даггер в лицо. Да, он дальше подходить не может. Ну вот, маг вроде бы теперь нашел свою волну, просто бегает рядом с крипами, чает опыт, не подставляется, урона почти не получает. Ну, конечно, в легкой линии там курса, курса и еще раз курса от Сайленсера, она уже второго уровня.
уже неприятно выжигает ману. Чуть там аркан тапки уже у Тайда. Да, Тайд там может забить. Называется халявный форсблад. Тайд на фрифарме. Тайд на фрифарме, и да. Это, в принципе, понятно. 18 на 5, 17-10 у Энди. Какое начало, конечно. И все, и Курса тут просто чуть не добивает этого ванскора. И ванскор 120 хп, и Сайлент это живой, лол. Сейчас вот Саймон туману восстанавливает. Ну хорошо, хорошо, в спину заходит Флай. Флай под тавр может забежать и на Пайлайдай, если напасть, нападет по таврам, то фраг Пайлайдай. Стан где? Стан где, Флай? Почему так долго? Пайлайдай убегает. Ну, Пайлайдай убегает, потому что там Тайдхантер прогнал двух героев Team Empire. Так, у нас там в миде проблема у Бестмастера, и Бестмастера убивают. Это фраг, да. И у Синсинга остается 11 хп. Вот так вот. 2-0, Cloud9. Отличное начало от них. Еще и к Сингу бутылка сейчас едет, то есть он отрегенится. Через 9 секунд появится руна. Он пока возвращается на линию, но мне кажется, зря он это делал. Лучше бы остался где-то внизу сейчас, подконтролил бы эту самую рунку. Но у него есть блинк, он в любом случае знает, что он быстрее доберется. И там еще и реген, ай-яй-яй. Фантастическая халява. Ну, не то чтобы супер халява, то есть реген ему сейчас пока не особо-то супер полезен, да, он уже отрегенился. Но, блин, все равно очень приятная такая рунка для Синг-Синга. Там какой-то дабл дэмэдж был бы, мне кажется, сейчас вообще просто супер фатальным для резолюшна, потому что Синг на него просто нырнул и убил, да, с руки. Пока у резолюшна нет 6-го левела, действительно, он является изи-фрагом. Вот 6-й левел скоро он возьмет, и уже будет не так просто его убить. Будет not so easy фраг. Да-да-да. Ну и на топе. На топе Silent. Ну и просто Silent, посмотреть. Ну таких тут лещей отвешивают. Конечно, его там спасают хоть как-то мисы 20-процентные. Да, но все равно... Да, все равно много урона. Без шансов на линии сейчас тут, конечно... Ну, мид проигран, вы понимаете, очень сильно резолюшном. 20 на 9. А хотя, подожди, 21-6, 22-5. Это еще... Да ничего тут не проиграно. Не, да, он там смерть, стоит, правда. Потеет, все нормально. То есть маны, хп у резолюшна и маны постоянно нету, но он там стоит, бьет крипов, все более или менее ок. Тут у нас нападение на ванскора было, ванскор отковырялся, теперь уже на сайлента переключается Пайлайдай. Ну, блин, Пайлайдай там очень сильно наваливает. Посмотри вообще, какое он количество дэмэджа вписывает. Это суппорт сайлентер, который типа не должен дамажить, который типа должен где-то стоять в спинке. Мы видим, что он просто стоит и растычковывает карри героя. Опять курса есть, он опять сейчас подойдет, закурсирует. И ничего ты ему не сделаешь. Так, как он, в принципе, и делает всю игру. Там в миде. Резолюшн. Прыгает на резолюшн. Отличный дает прокаст. Плевочек. Резолюшн вроде бы выживает, но ненадолго. Синг-синг. Нужно добивать. Нужно добивать. Отличные плюшки от Эйдолонов. Но погибает также и Энигма. Да, два фрага сделал Лауи, но все-таки Синг-синга забрали Эйдолоны. Суть в том, что экспы никто за это не получил. Да, есть такое. Энигма так и не получила свой 6-й уровень. А вот Ауи на этом всем должен был неплохо навариться. Так, у нас там внизу мага гоняет или нет? Это Энви маг гоняет, и Энви уходит на лоу хп. Ну, блин, да пропустишь ты своими брюмастерятами, лол. Ну, это минус Энви. Наконец-то. Ну, слава-таки, господи, все-таки достал его здесь, да, маг. Было бы очень круто, если бы Энви сейчас, конечно, убежал. Но это была бы чистейшая ошибка мага, который сам себя там подступил, да, и так далее. Да, сам себя блочил. Очень долго он себя блочил. Ну и все-таки ты посмотри, как Пайлайдай на топе гоняет. И Пайлайдай это такой себе суппорт, но все-таки фармящий сайленсер, который выигрывает каждую секунду отсутствия Тайда на линии для себя. Ой, осторожно, тут надо быть сайленту. Там вообще надо быть очень осторожным в любом случае, потому что там уже очень сильный Тайдхантер. Если захочет, может и дальше пойти. Тайдхантер на самом деле сейчас бы еще гаш в 2, например, вкачал. Вот 2-1-2, чтобы была прокачка. И все. И просто ходить. Плевок, энчур смэш. Плевок, энчур смэш. Ну. Тайд долго думает. Не знает, что будем вот такое прокачать. По ситуации. Тысяча голды у Тайда. И опять-таки все очень круто в начале для Бонсевена. Так же, как на прошлой карте. И 3000 голды уже ведут Cloud9. Товара пока еще никто не трогал. Смотри, Resolution поджидает сейчас Eternal Envy, и у Траксы могут быть проблемы. Всего 758 хп и рецепт на Мидас, который так может и не дособирать Eternal Envy. Ай, уходит Роман с линии. Да, он уходит, ну, он уходит на топ. Хотят была инфа, была же инфа о том, что он ушел, и тут Silent никак помочь не может, прыгать, драться он не будет, что левел его живот, уже Пайлайдай. Пайлайдай, хорошо, Пайлайдай тут, по идее, уже должен быть мертвый, но... Могли, наверное, попробовать Тайдхантера зацепить. И причем, смотри, Резолюшн, по сути, тут нафиг не был нужен. Делали этот враг спокойно и без него. Ну, а внизу в это время убивают мага.
Мак клепает еще и пытался сделать тип-аут, но тут без шансов. Ну вот. Энви не отпускает. Мне кажется, немного поспешил Рома с тем, что убежал. Возможно, стоило чуть потерпеть, подождать эту самую Траксу, самую малость. А так Тракса сейчас делает фраг, Тракса покупает себе мидас, и у нее все внезапно становится очень-очень хорошо. Здесь продолжаются какие-то вылазки и так далее от Флая и компании. Мы идем в 1-7 за Флаем. Там Синг на хосте лежит. И вот так вот. Да. Браво. Да, Cloud9 видно, что отоспались после вчерашних 0-18 от Альянс и хотят мсти. Ну, если они так продолжат играть, у них будет шанс отомстить, да, Альянсам. Причем по такой игре можно и не только с Эмпайром, можно и с самими Альянсами. Да, очень уверенно действует, но тут немножко имперцы сейчас не то чтобы не доигрывают, не, вот именно скорее не доигрывают, а не то чтобы плохо играют. Вот чуть-чуть там не дождали, чуть-чуть сюда не надо было прибегать, там, ну да, было да, 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 в другом месте остаться. Но опять-таки ошибок, ну каких-то, ну, грубых, типа грубых их нету, да. Да, есть немножко, я же говорю, где-то что-то не дотерпели. Но вот сейчас, например, на Ауи будет выход, Ауи тут должны определенно убивать. Резолюшн, да, достает, Флай. И это минус Ауи. Хотя Ауи перед смертью очень неплохо попортил нервы. Он убил Флая, я считаю. Флая, да. Еще и хороший газ. Да, не подбегает никто. Классно, классно. Разменяли один в один. Тут же птички. Забегает Сайленс. Сайленс рядом. Но что он сделает? Он прыгнет и больше ничего не сделает, потому что у него вообще ничего нет. Кстати, смотри, да, обрати внимание на его запак. И ты все поймешь. Шестой левел Сайленс. Ну, Пурманшилд, тапок. Все. В то время как у нас есть уже у Тайдхантера аркантапки Мека 2-0-1, 55-10, и он топ-1 по нетворку на данный момент на карте. Дропка очень близко, Квапат тоже на третьем месте. Только дальше идет у нас Бистмастер 3200. Ну и мы понимаем, что пока все очень печально у команды Empire. При том, что только 10-я минута, они уже проигрывают 6500 голды. И 4. Смотри, 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 на топе. Птицы нашли ванскора. Просто птицы нашли ванскора. Ну и вот он. Курса, птички, минус, да, сепарейшн. Причем Тракса вот в эти моменты, она прожимает ауру, и ее аура становится активной, ну, для всех крипов рейнджовых на всей карте на некоторое время. На 30 секунд, если быть точнее. И птички вот, вот при включенной ауре, они не оставляют шансов аппарату. Вообще никаких. Да, мы видели уже вчера, как три птицы под аурой там тауэр бьют. Какой там terrible damage влазит. Да. А сегодня мы просто видим, как герои эти птицы убивают. Герои, какое громкое слово-то, а? Так, что у нас тут у брюмастера, у этого-то героя? У этого героя пока вообще ничего нету, есть хотя бы 8 уровень. Слушай, а в Лоли же чемпионами называют, да? Вроде да. Champions, да. Кажется так. Как в каких-то голодных играх. Резолюшн. О! Это было миленько. Очень миленько. Да, вот, вот так красиво, красиво. Ну, злость, говорил, злость, Энви. Может фантомка сейчас быстренько не, добираться? Конечно же может, но фантомки... Ну, мы понимаем, что это такой герой, который может действительно какими-то двумя рандомными ванхитами выиграть игру. Ну, вряд ли. Там ванскор очередной раз погиб тем временем у нас в миде под Т2 тавером. Да, появляются у нас там всякие дагерки-дагерочки. Бистмастер с дагером делает сюда телепорт. Тайдхантер, надо разбегаться. И... Хорошо, Тайдхантер сбил, сбил, сбил телепорт. Ему Флай на топе. Надо забирать Ауи. Отличная игра от Флай на топе. Ауи здесь погибает. Да, птички, птички, птички. Надо пофармить еще птичек, надо и забрать тавер. Птичек. Причем ауры у Траксы нету, так что птички пока слабые. Еще 10 секунд кулдаун на той самой ауре. И птички, одна улетела, и вторая тоже, так, улетает. Черт с ней, забрать тавер тогда. Ну, черт с ней, сейчас эти птицы на резолюшн набросятся и развалят ему все, что а, можно, да, развалить. Возможно. У них так сейчас вот 66 урона, они только ждут момента, чтобы наброситься. Да, и в итоге мы видим, теряют визажа и теряют Т1 тавер. Ну, вот этот телепорт от Тайдхантера, который был сбит флаем, он только что очень сильно зарешал, но реально зарешал вот эту ситуацию игровую внизу. Продолжаем смотреть. На топ переместился опять Silent Fly. Здесь, кстати, выходит в Меку. До Меки осталось совсем ничего уже. В принципе, она у него есть. Она только чтобы курица принесла.
Silent 300 голды, что он там все несет. Аквила, ПТ и Пурманс Шилд. Ну, статовая такая марта, медленно развивающаяся. Будет, да, она просто будет участвовать в сражениях в некоторых и не хочет умирать сразу. Ну, вот прыгает на Пайлайдая, пошел Глобал. Пайлайдай себя спасает, конечно, но Глобала не будет в ближайшее время. 2 минуты. Да, остается пока у нас что? Ревейдж и Соник Вейв. Так вот, бежать, их там перехватывать надо. Сейчас Синг-Синг уже отсюда пытается уйти. Бон Севен все еще находится здесь. Ну вот, надо было очень быстро сейчас пытаться сделать. Сбили тогда птицу на подходе, и не было видно. Вот сейчас только птица подлетает. Должна она видеть Тайхантера, должна видеть Квапу. Но все равно надо нападать, лол. У Энигмы же есть еще Блэк Хоул. Так, пошли там у нас арканчики. Ну и Пайлайдай. 8 уровня. Что там у него за макшенная курса? А, так, прыгает резолюшн. Моментально нападают на Синг-Синга. Синг-Синга убивают. Тайт-кантер не получил ультом. Флай. Смотрим на Флай. Флай-гаст. Отбросили его. Лол. Там Сайлент очень сильно досталось. Сайлент живой. И ты пока смотри, надо цеплять Бон Севена. Бон Севен цепанули. Там Квапа выкупилась. Брюмастер ультует. Квапа прилетела сюда. Тут же Квапа Сайлент прыгает. Сейчас может всех поубивать. У вас скоро лоу хп. Квапа все не нормально, пошла. Все нормально. Сайлент отличный фраг. И остается одна еще такса. Ну и все, нужно добивать Энви. Подходит одна критуля. А-та-та-та-ташечки. Минус 4. Действительно. Или минус 5, погоди. Где? Минус 4 байбек был только от Квапы. Да, там Сайленсер просто убежал вроде бы. Погоди, ну, да, нет, ну Визаж... А Визаж что, вообще не было? Визажа не было в драке. Визажа в драке не было. Он был снизу, он себе снизу зарабатывал. И это минус 4. Размен на одного героя всего-навсего у команды Empire. И еще и Тавр в копилочку падает. Там, есть ТП. Ну, Тайда бояться пока нечего. Хотя... Ай, хотя как же тупо Сайлент умирает. Да, ну вот они птицы. Вот они птицы, очень неприятно нарезают. Это еще Тракса мертвая была. Так бы, конечно, от одних птиц, наверное, погиб все-таки Сайлент. 1-10. Огрызнулись имперцы. Огрызнулись, показали, что все-таки не собираются они эту игру сливать. И ты посмотри на график по деньгам. Из 7000 на 2500 возвращается Empire. Из 4000 экспы на 1000. Ну да, они вот этой дракой только что все опять же вернули на круги своя. Ситуация становится у нас вновь равной. Марта хоть немного получает там опыта слэш денег. Она догоняет по опыту Envy, который фармил всю игру. По деньгам, конечно, еще далеко до всего этого. Но Марта хотя бы на втором месте в своей команде. Это уже неплохо. 4300 нетворс. На 1000 отстает от Квапы. На 2000 отстает от Траксис. Ну, а теперь вот вопрос такой, если мы говорим про драку 5 на 5, кого фокусить должен Бисмастер со своего ульта? Ну, либо Дровку, либо Квапу. Я думаю... А что насчет Сайленсера? А, да и буй с ним. Буй с ним, думаешь? Главное, чтобы Энигма Блэк Хоул успела кастовать. Тут просто прикол в том, что Сайленсер, скорее всего, будет кастовать свою ульту для того, чтобы сбить Блэк Хоул. Проблему у Энви. Энви нашли. У Энви 4 секунды кулдаун на телепорте. И Энви тут умрет сейчас. Да. Ну, он просто стоит. Даже не шевелится, да. Он купил 2 телепорта себе. И вот отличное было движение, просто взять и прожать телепорт перед смертью. Что, серьезно? Я тоже не понял, почему пошел кулдаун, а зачем он прожал? Вот, чтобы пошел кулдаун, наверное, чтобы он появился. И 30 секунд еще не мог затпшиться к своим пацанам, например, на вышку в миде. Там, это круто. Так, есть телепорт, резолюшн, прыгает. Но вот, получает глобал, и его расстреливают просто. Да, расстреливают резолюшн, тут у нас подходит Энигма, у Энигмы есть блэкхол, у мага также есть ульта. Маг успевает рассыпаться на брюмастерят, убегает Синг-Синг, поймали Бонни 7, но на Бонни 7 особо внимания не стоит обращать. Да, вот Сайленсера поднимают, хорошо, нужно продолжать дальше гнать, не стоит сосредоточиваться на этом Тайтхантере. Но он же танк, ну зачем в него столько урона вливать, там в это время Ванскор умирает. Пайлайдай все это время просто стоял, нарезал и сейчас отходит. У него, правда, но он нет тоже, телепорта. Конечно, погибнет. А, суть-то в том, что 2 в 2. А нет, Ауи, лол, Ауи сейчас убьет. Ну что ж вы делаете-то? И Квапа сейчас будет убивать Сайлента. Поздравляю с убийством Тайтхантера команду Empire. Семером его били полчаса. Тайтхантера, который уже все выкастовал. Он все выкастовал, вот именно. У него там... Ну, уже все, вроде бы, кризис наступил, больше от него проку никакого нет. Но возьмите, вы сосредоточьтесь, не знаю, на Квапе, на Визаджи, который Визадж ну, стоит. Сайлентера можно было сбрить в 4 секунды, да. Плевок. И заряжается, да. Причем, опять-таки, ходил, там, смотрел на это все, товарищ Флай. Там летал когда Сайленсер и гнали того же Тайда. Ну, возьми-то хоть в двоих поставь Блэк Хол. Ну, хоть в кого-то поставь Блэк Хол. Ну, у Флая по итогу просто маны вообще не осталось. И там не до Блэк Холлов ему было. Ну, это да.
БКБ-сия соберет. 4 топовых Networks у Cloud9 и 15-13 счет. Мы видим, опять обвернулся график на предыдущий уровень. 7000 голды, 4000 экспы. И у Cloud9 все, опять-таки, довольно неплохо сейчас в игре. Местом залетает ульта Паришина, по крипам Ауи отсюда размансовал. У Ауи через 400 голды Аганим появится, поэтому надо ему быть осторожным. И вот он делает ТП-аут отсюда. Нет, в действительности у Сайлента все еще не так уж и плохо. У него там когда-то появится БКБ, если он сейчас не умрет в ближайшие минуты, там, 5 хотя бы. Да, вот у него уже там... Ему надо как-то в будущем переживать. Ему нужно просто БКБ. У него будет БКБ, да. И ему будет плевать на Сайленсера, на Квапу, на Тайтхантера, на Визаджа. По сути, там будет только дровка ему угрожать, но так как у него ворота есть стройные, то есть дровка ему тоже не особо сильно может навалять. 50% как-никак у вороты. Ну да, и Сайлент мы видим пока, правда, энербист первого левела, но суть не в том. Сайлент, в принципе, в драках, да, он будет рубить довольно серьезно. Но именно. Ему надо время, этих 10 секунд, порубить. Что Silent Media продолжает фармить. 11 левел, критульки уже более-менее нормальные заезжают. Глобал, на топе, пайлайдай, типаут. Да, скрылся. Ну и 15-13. Так вот, что у нас есть, если говорить уже о серьезном лейте в данной ситуации, да, вот с такими героями. У нас с одной стороны есть Марта, с другой стороны есть Дроу Рейнджер. То есть два действительно таких мощных артиллерии. Квапас, Хексом, окей, там есть Бисмастер тоже с дизейблом, который пробивает БКБ, между прочим. То есть это будет покруче, чем Хекс. В свою очередь, Квапа при наличии БКБ у противника, она становится, ну, не самым полезным персонажем. Также есть Тайтхантер и Энигма, два АОЕ дизейбла мощных, причем у Эмпайр, опять же, на БКБ плевать этому дизейблу, у Тайтхантера не плевать. И Брюмастер, которому тоже, по сути, плевать на все касты, которые, ну, если он разложен в этой ульте. То есть, в теории, у имперцев Envy более мощный тимфайт должен быть. И тут же делает байбек. Что это? О мой бог. Это такой... Что это? Это, походу, мисклик. Это реально, скорее всего, мисклик. Может, у него где-то на худкее оно забито, но он сделал байбек вот моментально. Да. Он еще не успел умереть. Да. Вот это да. Вот таких вот быстрых байбеков я еще в жизни своей не видел. Да. Ну, я тоже думаю, что это либо мисклик, либо... Либо других объяснений просто нет. Вряд ли это продуманный байбек для того, чтобы... Ну, типа, да, идти кого-то убивать вряд ли. Да нет, конечно. То есть, потратил там 600 голды для того, чтобы выкупиться и не зарабатывать деньги еще минуту. Ну, такое. Так, ну и напоминаем, друзья, что счет 1-0 в пользу Cloud9. Это Best of 3 серии. И игра на вылет. Команда-победитель проходит у нас в гранд-финал. Команда, проигравшая, занимает третье место и прекращает свое участие в этом турнире. 31 тысячу долларов мы там считали, по-моему. Да, выигрывали. Да, да, 31 тысяча долларов там с копеечками вроде как. Ну, в принципе, неплохо. На пивко хватит, скажем так. Рошана забирает Empire. Empire не собирается здесь сдаваться, конечно же. БКБ через 400 голды должно появиться у Сайлента. На топе Envy расстреливает Тауэр, хочет вернуть деньги потраченные. Но нет, не дадут тебе Тауэр. Так, культ аппарата залетает. Опять увидели Envy, наверное, или не увидели? Ну, очень далеко сейчас отсюда Silent. Не будут драться ни в коем случае Empire. Это 100%. Смотри, Тайтхантер заходит, начинает ну, и резолюшн, что отдают. Резолюшн бросили. Да. Так, Ravage. Ravage Тайтхантер потратил. Хорошо, минус резолюшн. Там Хекс уже Лай появился. Пока не подставляется. Да, Хекс у склопы. Окей. Ну, давали время Silent'у заработать БКБ. Silent заработал таки БКБ. Именно, не хотели драться без этого БКБ, потому что если бы сейчас прошла неудачная драка, если бы все фиданули, Сайлент бы сказал, мол, ребят, какого черта вы дрались, я вот себе БКБ дособирал, сейчас пойдем повоюем. Типа, одна смерть, это не слишком страшно. И он будет прав. То, что погиб пока один бисмастер, это не самое критичное. По деньгам, конечно, уже начинают выходить Cloud9, действительно, далеко вперед. Ну, тут уже почти 10 тысяч... Золото преимущество, 43-300 на 34-600, ну, по XP 45-700 на 41-600, то есть здесь 4200 экспириенса преимущества.
Ну, Cloud9 не будут останавливаться, брать какую-то паузу, брать какой-то перерыв. Они сейчас будут идти и давить. И это факт. Ну, абсолютно вот верное решение будет. В принципе, давить-то они скоро должны перестанут. Ну, в смысле, мочь давить они уже скоро перестанут. Так как появляется БКБ у Enigma вот совсем скоро. БКБ уже есть у Марты. Ну и что? Пускай. Не, ну они исключают Эдхантера из драки, а это очень важный фактор. Вот, например, БН7 сейчас побежал, побыковал немножко, но БН7 было прикрытие в лице Ауи. Бей его, не бей. Такое. БКБ покупает также Eternal Envy на дровке. 1.5 у него, кстати, просто чудесная стата. И дровка по-прежнему заезжает, конечно, на славу его. Ну вот, зато теперь, если посмотреть на нетворсы после всех этих замесов, несмотря на то, что идет серьезный перефарм по общему зачету Cloud9, мы видим, что Марта идет вровень с Drowranger, дальше идет Enigma, там ну, стоит Hunter. Ну, это за счет Enigma как раз, понимаешь, то, что Enigma была лесная, все остальное, в принципе, идет ровно. Там Квапа очень хорошо выформил. У Квапы вот этот самый Хекс, и у Квапы уже есть Ultimate Orb. Я не знаю, что это будет дальше. Как по мне, то Синг-Сингу бы сейчас начать собраться. Ну, это, скорее всего, какая-то Лединсфера сейчас будет для того, чтобы Бисмастера оглушить. Потом стоит выходить, скорее всего, в демедж. Я не знаю, дезолятор МКБ или просто МКБ для того, чтобы по Марте попадать лучше. МКБ также понадобится обязательно Дроу Рейнджер, потому что в Блэкинг Баре Марту будет не убить с руки. Если у нее добавится немножечко хотя бы КП, хотя у нее и так уже КП там нормально. Ну и вот он, смоук. Это Рошин. Но здесь недалеко находятся имперцы. Так, Тайтхантер. Хекс мага. Маг, если успеет ультануть. Маг ультует. Да, хорошо. Ульта прорежена в ответочку. Ни в кого не попадает. Там, вот он, Black Hole, неплохой, по двоим, отличный, я бы даже сказал, Black Hole, Ауи сбрили, ну, Флай, забивать, Флай, живой, да, хорошо, Флай еще выжил, ну, Сизига убить. Да-да-да, Флайу нужно идти в драку, нужно выманивать на себя людей, вот он, Бонус 7, он там что-то отбрасывается, но это минус, Тайтхантер, это минус 3 в разрыве такого аппарата, а еще Энви пытается сделать тип-аут отсюда, Энви, да, ну, нечем пока сбивать. А Рошан, Рошан, боже, какой Рошан? А что они вообще здесь дрались тогда, раз Рошана нет? Так я смотрю, обе команды пошли к Рошпиту драться, а Рошана-то убили 3 минуты назад. Решили пойти повоевать, потому что понимали, что позже будет хуже, когда появятся БКБшки у всех там героев нужных. И мы видим, проигрывают они драку, опять дарят большое количество денег и экспириенса. Ну и вот, отличный Black Hole от Флая, и все более-менее ок. Ну да, попал по двоим, двоих забрали, все, больше вроде бы ничего не надо. Ну и сразу же купил он БКБ. Так что БКБ там начал также собирать маг на брюмастере. Будет это удивительный брюмастер у нас с БКБ. Интересный, кстати, такой вариант брюмастера с БКБ. А почему бы и нет? Действительно. Да, и на второе место вышел Silent тем временем по Нетворсу. Silent, который, мы видим, начал собирать сейчас себе Battle Fury. То есть делает... Ой-ой-ой, Silent, Silent, Silent! Отлично! Куда просто вообще? Отлично! Что это был за рейндж вообще? Кто мне может объяснить? Холоднажабинка, будьте любезны, ну, отчитаться по поводу. Где-то вот здесь был герой, а вот здесь второй. И крит прошел, да? Да, 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 да. Рейндж, ну, можете померить. Вот взять штангенциркуль или замерить, какая вот это вот здесь расстояние. 16 сантиметров. Как в школе писали. Весело было. Тем временем мне скидывают отличные гифки с шейкером. Это из мультика какого-то, ой, из какого-то комедийного фильма, вот этот кадр, я помню, ну, где-то, да, его, да. Где-то его видел. Итак, ребятки из команды... Что там? Резолюшна хоронят в миде, опять через Хекс. Я не мог сориентироваться, забыл, как команда называется, потому что все играют с никами Стендин почему-то. Ну, может, их выгнали, я уже говорил. Я не знаю, если честно, как работает вот та система, да. Ну, там ты, типа, выбираешь, да, тег, выбираешь либо там стендин, либо команда, там, спонсоры, все дела. Ну, стендины тут катают против Империи. 18-18, счет на 28-й минуте. Ну и качели по графикам серьезнейшие. По XP, Альянс, говорю, Альянс, боже, Empire, вообще впереди здесь. Silent, Silent, критулечка. Нету критулечки, есть БКБ, Сайлент, сейчас будет блинк, 2-1, Сайлент, до конца, БКБ прожал, критулечка будет ли? Есть критуля, но поздно, поздно и не убивает, Хекс, он, Хекс, до свидания. Silent. Ну опять, нахрена вы идете и бьете этого Тайтхантера, вот, вот,
Во-первых, почему вы, если ты? Если ты, да. Да, он один там был, в Ансборе там не было. Под Т3. Просто идти под Т3 и бить Тайтхантера. Одного станового Тайтхантера, который тебе ничего не делает. Просто что? Не, это все... Так, кто там у нас? Таэджа у нас там победил. Таэджа выиграл. Да. Хочешь убивать, прыгай, бей этого Сайленсера. Нахрена ж ты идешь? Ну вот понимаешь, второй раз уже на этого Тайтхантера они напарываются. И у меня есть ощущение, что это далеко не второй раз. А и раньше они там тоже где-то пытались его убивать. Может, он там медом помазан или что-то? Нет, он просто есть мнение, что, наверное, Empire ненавидит румынов вообще. И решили просто Bone 7 унижать. Все. Вот одного его, больше никого. Проверим твою версию совсем скоро. Да. Ну, Тейджа выиграл, стал первым полуфиналистом в Старкрафте. Следующая игра будет польский игрок Мана будет играть против нашего любимого Женька. Жень Донг будет катать. Жень Донг? Женя Донг. Да, 19-18. Ну вот если бы не погиб сейчас Silent, я был бы настроен позитивно. Но я настроен сейчас негативно. Я сейчас хочу ругаться с кем-то. Тебя надо потереть шерстяным шарфиком? Да, да, да. Или мне поставить здесь шерстяную стену, чтобы я в нее... Это как в еноте у меня где-то была гифка, он такой стоит и пузом трется. Да, 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 да. Не, ну это я всегда вспоминаю «Побег из Лас-Вегаса», фильм «Get him to the Greek». Фильм называется, там чудесное просто кинцо. И там есть отличный эпизод про «Почеши стенку». Ну, кто в курсе, тот в курсе. Смотри, итак, у нас сейчас в курсе... Да-да-да, ну далеко все остальные, вот далеко Энигма. Короче, я не хочу, чтобы Empire вообще без Энигмы дрались. Но я вообще не хочу, чтобы Empire дрались, если честно. Так вот, я же говорил, что главное преимущество Empire над оппонентом, это то, что их ультам пофиг на ульты Cloud9. А ну, там наоборот. Единственный ульт, которому пофиг на БКБ, это там Global Silencer. Но он в основном его используют в самом начале драки. А там как раз БКБшечки, и все, уже всем должно быть фиолетово. Так вот, это так значит, что? Правильно, не нужно стесняться воевать 5 на 5. Вот к чему я веду. Нужно идти и чистить физиономию. Вообще, да, у вас брюмастер, у вас куча БКБ, и действительно, если БКБ юзают два героя, там, то Тайтхантер и Квапа, в принципе, бегают как... Как два куска как они два бегают. Куска, да, согласен. Так три птицы будут пытаться их бить, и молодцы. Почти получилось. Убили, да, почти получилось. Так, полторы минуты до Рошана. Видим по графику, по нетворсу опять-таки зеленый-красный, 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 зеленый-красный. То есть каждый из визави переигрывает, да? Ну, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, первый, третий, пятый, седьмой, девятый места у Cloud9. То есть преимущество, вы понимаете, что есть абсолютно по каждому герою. Причем ну, абсолютно блин, по каждому. Это на самом деле как раз и ключевой момент, потому что он там по каждому есть. Но так как они все чередуются, то преимущество там, значит, не составляет ну, слишком большой разницы. Оно там в сумме сейчас около 5000 или 6, а на пятерых... Ну, это не громадно, это не громадно. Да. Но это не лишний слот ни у кого, это вот, ну, оно просто есть, оно кстати, где-то там лежит в стэше. Смотри, что появилось у Айрата. У Айрата появляется Battle Fury. Ну, он теперь будет у Айрата, лучше фармить. Да, и да. В драке, если вдруг вражеские товарищи кучканутся, а когда они попадут в Black Hole, на, там есть 1300. Высокая вероятность того, что они кучканутся, и там уже можно... Да, да, вот так и будет. Вот так и нужно делать. Но посмотрим, будет ли так. Это разные вещи. Как должно быть и как будет на самом деле. Это мы знаем. Да, Сайленту, конечно, неплохо было бы еще дать время немножко пофармить. Но вот тут такой вопрос. Вот как ты считаешь, вот сейчас 32-я минута игры, если до 62-й затянется, до 62-й, да, или до 70-й, я так понимаю, преимущество будет Empire. Ну, мне кажется, что да, скорее, чем нет. Хотя, там есть Квапа, которая может собраться в дэмэдж, и она будет тоже очень больно наваливать в теории. Но, если там брать в учет и БКБшечки, то все-таки Тайтхантер, он будет... не самым полезным персонажем. Так, у нас там не получилось снести варту команды Empire своим кабаном. Так, у нас там на топе. Что за побегушки? А, у нас там фантомка собиралась загнать. Птички гоняют фантомку. Пока не совсем получается. Кстати, что интересно, очень близко идут герои друг от друга. Сейчас, кстати, может быть драка. Обычно у нас есть там один-два героя, которые далеко впереди, а дальше отставание на 6-7 тысяч нетворса. А здесь мы видим 8 героев на уровне вот в коридоре 4 тысяч.
Рошан. Да, Рошан появился. Рошан — это рай для Империи, если ответственный честно. Ответственный момент. Потому, там висит птица. Вот, видят сейчас имперцы, что там идет атака на Рошана. Давай, просто... В свою же очередь тут стоит вар. Ой, как быстро. Слишком быстро. Слишком быстро. Не успели подойти. Или успели. Или же успели. Мак ныряет. Нападать должен на Ауи. Резолюшна спасите. Резолюшна. Нет, не спасли. Резолюшна не спасают. Ванскор там тоже сейчас находится под угрозой уничтожения. Но с другой стороны уже нападают ребята из Empire. Да уже убейте вы этого Ауи. Сколько можно ему убили. Жить? Убили. Это Пайлайдая. И хритуля на Пайлайдая. Пайлайдай умер с двух ударов. Так, хорошо. Уже минус 4. А, сейчас надо дать только птичек отсюда поубивать. Траксе убегает нечем. Синг-синг. Все. Синг-синг. Синг-синг, сейчас будет блинк еще, а Синг-синг, живой удар, есть! Там, смотри, там Рэйвэдж потратил Тайтхантер, но он потратил его, по сути, на героев, которых он убить не может, и это минус, Тайтхантер, Сайлент, живи, нет, Сайлента убивают птицы, Тракса со своей прожатой аурой только что этими птицами изничтожила. Энви выкупился на последней драке, и у нас получается 2 в 5, и минус Эггис, 2 в 6. 2 в 6, вот именно так и выглядело. Там, на самом деле, очень сильно растянулась драка, и получилось так, что Рэйвэдж Тайтхантера зашел, ну, по сути, в никуда. Он использовал Рэйвэдж уже в конце боя, и, ну, как я уже говорил, он не может их добить, он просто не может добить этих героев. Да, драка была, вот драка длилась секунд, наверное, 40, и она началась вот в двух частях. Там вот здесь была часть драки, ну, ты как раз убивали Резолюшена. Сверху, да, а я наблюдал снизу. Вот здесь, там, ну, то есть драка шла. Вот, ну, подожди, Резолюшен выкупался? Сверху просто имперцы больше выжили, а снизу они чуть больше убили. И получился Резолюшен вот такой дисбаланс. Энри. Два байбека, то есть 3 в 5 все-таки, не 2 в 5, извините. Да-да-да. Но очень много денег сейчас зарабатывает Empire за счет этой драки. Очень много денег. И они, в принципе, могут таки эту игру перевернуть. Но у них еще у Марты очень мало слотов. А мы-то знаем, что Марта с 6 слотами при удачном стечении обстоятельств, она убивает практически любого героя. Слишком много слов, слишком много слов. Марта при больших... при большом количестве удачи, при 6 слотах. Ну, так и есть. Просто, скажи просто, Марта килл любого. Это понятно всем сразу. Ну, просто есть Марта здорового человека и Марта курильщика, которая не критует. Я вспоминаю, и Марта Артизи. Я вспоминаю просто, как играл Лода на Мартретке против Хускара. И Хускар стоял вот на один, на два удара, Лода на него прыгает, и вот... Иди сюда. Понимаешь, он выстрелил все подачи, которые у него были с максимальным атакспидом, да, с бонусным, точнее, атакспидом. Потом его еще пилил секунд 5, в результате Хускар его убил фулового, с воротами. То есть, вот, чтобы вы понимали, что там происходило. Ну ни да, не везучий, но не есть, а есть такие, как Артурка, которые за драку качают 4 левела своего даггера, там, да, ну не даггера, а блинка. Потому что просто каждый удар у него луп-луп-луп, крит-крит-крит. Ну, минус-минус-минус, да. Марфа вообще два раза с одного удара вырубал. Так далее. А, ну что, 23-22, кстати, впереди впервые в этом матче, по-моему, Empire. Ну и уже по 1000 плюс вылетает из-под ножа Фантомки. 3200 денег есть, второй хекс. Вот, 3200 денег, сейчас надо бы что-то собирать. Второй не знаю, хекс. Сатаник или не Сатаник, или Башер. Вот, Сатаник или Башер. Башер, наверное. Просто нырнуть и убить. Там два хекса, это плохо очень. Вот, два хекса могут просто не сработать. Эзериал появляется у Eternal Envy. А это что? В смысле, это зеленый меч. Не, я... Да, ваш капитан. Забудь. Ты спросил, я ответил. Что за вопрос? Ладно, я понял. Я спрашивал не совсем это. Я спрашивал, что он будет с ним делать. Типа, ой-ой-ой, брошу я кого-то, Этериал Квапа убьет или что? Нет, это хороший подсейв, во-первых, от Марты. Да, я согласен, это очень хороший подсейв стоимостью 5000 голды. Хорошо, не, ну прям он шикарный. Погоди, подсейв. Так ты можешь сейвить себя, ты можешь сейвить врагов, не врагов, в смысле друзей своих. Ты можешь давать бонусный дэмэдж под Ravage, крик, еще один крик и плевок визаджа, то есть очень сильный фокус получается. Ну, в теории ты уверен, это что может на своего можно прожать Этериал? Конечно, уверен. Ты че? Я просто профессиональный Ethereal Blade юзер. Блейдер. Да. Ethereal Blader. Ethereal Blader. Поэтому Ethereal, да. Ну, это нечестно, я считаю, кстати. Вот почему ветра нельзя? А ну, ветра можно... это была бы вообще имба, на самом не, деле. Не, ну а почему имба? Нормально. Ну хотя, блин, ветра уже не меняли сколько лет. 100 лет, да. Ну, действительно, 48-й век. Какой 48-й? 34-й. Ну, типа, это нечестно. Так что надо будет Valve написать, чтобы ветра можно было на своих юзать.
Да. Это, по-моему, это будет честно. Ну, и их буду чаще покупать, на самом деле, да, мне тоже так кажется. Но это будет реально классно. Да. Изи. Так, ну и куда у нас там? На топ отправляются сейчас ребятки из Cloud9. Да, очень далеко отсюда имперцы. И сейчас трянет Fly. Fly, блин, аут, красавчик, бежать. Fly сжалась вот эта вот область внизу, видимо. Сфинктер это называется. Ну, у него просто отсутствует сфинктер, я насколько я понимаю. Да? Да, ну... А, у Enigma ты имеешь в виду? Или у него вот... Это да, я не имел в виду Fly'а, если что. Fly'а, думаю, он должен быть. Так что за наркомания пошла? Еще только вторая карта второго матча. Я как раз говорил про персонажа. Вот. Или, может, это один большой сфинктер снизу. Ладно, не будем углубляться так, в эту тему. Тайт, ультанул. Все, просто влили моментально в Silent'а и Silent... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, и еще и маг здесь погибнет, скорее всего. Нет, маг не погибнет. Маг БКБ. БКБ, и он говорит, я сейчас могу и рассыпаться, ребята, вы за мной не бегите, а то... Конечно, не надо, потому что марты нету вообще, что тут драться без марты. Ну, вот маг убегает, правда, у него тут кровотечение небольшое. Ой-ой-ой, надо укрывать. Придется раскладываться, да. Ну и что, линку сбили, а что дальше? Сайлент выкупился, а че ж так поздно-то? Ну, потому что не было угрозы для мага сейчас, а вот теперь уже Сайлент на месте. Ну, давайте, убейте Тайдхантера, естественно. Не, не, нормально, убили, окей. Так, вот тут летает этот пацан сюда. Нож, тагер, прыжок. Раз, прыжок. Прыжок, все, и минус, этого. Дальше, 1289, дальше, да, ребят, да, дальше. Нужно идти дальше. Дальше, вот, резолюшн и Fly. И Fly, заставили Envy прожать. Fly, где Black Hole? Прыгаю сюда, кастуй Black Hole в них двух. Не хочет, резолюшн погибает. Да, а все потому, что Fly стыкнул. Да, солидарен. Вот поддерживаю полностью. Минус 2. 2-2 размен. И байбек был от Сайлента. И Сайлент, собственно, свой появление своего МКБ должен оттянуть. Опять у Старкрафтеров начинается наркомания. Ну, Старкрафтера ведет вот до The Foxes, причем там с субтитрами, еще с капами. Да, с капами. Не, ну, нормально, караоке можно, например, устроить. Да, это вот The Fox Says Twitch version, вот так. Твою ж дважды, я это забей. А, ладно, мы продолжаем тут работать в нереальных условиях. Тут валит просто так музяка. У нас стол подпрыгивает. На стол трясется от звука со стенда Лола. А, в правое ухо валит вот What Does The Fox Says. А тут продолжает Empire играть с Cloud9. А ну это забей вообще. Мне кажется, лолерам нужно пойти кабеля повыдергивать. Да, тут просто какой-то цирк. А это еще КС. Но КС тут уже не слышно в этих условиях. Но сейчас НИПы там против Hellraisers будут играть. Будет и вот, крик кстати, я с пяти разных сторон идти. Сейчас, они только через час будут вроде бы катать. Через час начинаются все вот эти полуфиналы. Не, ну полуфинал первый по КС уже закончился. Нави уже выиграли. Не, я имею в виду, там у них финал. Я к тому, что этот. Вот, я сейчас. Короче, суть в том, ребят, чтобы вы понимали, что у нас тут немножечко тяжеловатый. Тяжеловатое рабочее место. Да, вот, так. НИПы Hellraisers, ну, Нави уже в финале ждут победителя этой уже пары. Украинский финал. Это, по-моему. Нужен украинский финал, обязательно. Что надо. 24-25 у нас тем временем в матче. 2500 преимущества Cloud9. По XP ведут Empire. Это, в принципе, уже не важно. Важно, чтобы Silent успел за драку сделать 3 выстрела. 3 удара, то есть. ТНС там шутит по поводу того, что тут вообще делать нечего. На дрюмхаках делать нечего. Да. О, смотри, что появляется. Это круто. Это очень хорошо. Сейчас величина крита будет настолько высокой, что будет хватать и сайлинсера. Ну, сайлинсер это ваншот будет. Да. Там к вапе будет хватать 2 ударов. Тайдхантера можно будет быстрее убить, а? Надо. Да, нет, это, конечно, круто. Надо как-то стоять вдалеке с сайлента, чтобы не успели. Смотри, Тайда вот увидели Тайда. Тримастер прыгает на Тайда, начинает его пилить. Уже тонул. Дагер, Бон Севена, кирпич. И валить, бросил через себя. Станчик. Еще. Тримастер на рано, подойдай. Убить, по-моему, хорошо. А то сбрили. Сисинка тоже. Тоже сбрить. Хорошо.
Да все, ладно, это да минусинг, да минусинг, его должны тут забирать, прыгает Тайтхантер в рэвэдж, но уже пофиг, Энви не хватит, скорее всего, Рокли того, чтобы всех убить, да, где это Марта, Марта, Сайлент, нет, Марта умирает. Там Ауи плюнул в Марту и флаг, давай, ну еще 2000, хорошо, какой же фокус есть, минус Энви. Ауи тоже убивает, какой отлично, дэмэдж птицы вносят, какой дэмэдж вносят птицы, просто 5-3, драка. Флай делает даблкил. А еще кто там делал даблкил? Там еще... на самом деле Бримастер нормально накритовал. Он очень много дэмэджа внес в дровку. Это было просто нечто. Но птицы это просто грязь. Да, там прожимается вот борода. Эта аура, и птицы, они там вот как вот до The Fox, и вот это... Да, и они просто... Так, ну какой Black Hole сейчас был офигительный просто от Флая? Флай, рефрешер! Там вот сейчас... Смотри, там был очень классный момент, то, что маг прогнал Тайтхантера, когда Энигма кастовала Black Hole, сам Тайтхантер был в стане в экране от драки. То есть он пока там добежал, там, ну, или доблинкался. То есть, конечно, ну, очень хорошо все сделали. Конечно, вот этот Тайт с Хиксом — это неприятная такая штукенция, но что поделать, придется и против него поиграть немного. Ну да, вот рефрешеру Энигмы это очень мощно. Правда, урона пока не слишком много для того, чтобы забрать Рошанку. Приходят птицы. Иди сюда, просто палкой. Как мухобойкой такой. Да. Действительно было на это похоже. Ой, тут птицы сбили других птиц. Еще опять прилетели эти птицы. Слушай, они выигрывают время. Они выиграли время. Ой-ой-ой, если сюда уже подтягивается. Ну, Пайлайт Дай тут, конечно. Да что? Что за... Финал. Что это? Это жесть, ребят, это просто жесть. Забирает без мастера Эгис и сразу же его теряет. Или нет? Нормально. Я выжил. Теперь живи дальше, живи, брат. Ну все, сейчас блинк моментальный. Хорошо. Не, знаешь, я бы мага не винил за это. Вот не, серьезно. А его нечего, не зачем. Там такое напряжение, он что просто забей. Он абсолютно правду пишет. Вот. Вот как есть он написал. Рубит с плеча просто Андрей. Однозначно. Да, и продолжается наскатка. 27 на 30, 45-я минута матча у нас. И 1500 вылетает уже от Сайлента. 1500. И столько же денег у него сейчас в данный момент. Ну и в нулю деньги, 10 тысяч экспы уже выигрывает команда Empire. И у нас просто продолжается веселье, продолжается угар и дискотека. Ну что же. Извини, я не могу успокоиться. Не, ну это фантастическое просто. Просто я знаю, насколько Макс спокоен. Понимаешь, это один из самых спокойных вообще людей, которых я знаю. И вот когда он пишет такое, я представляю, насколько там высоко напряжение сейчас. И оно действительно высоко, потому что на кону сейчас, для Империи, по крайней мере, это вылет из турнира. Ну, занятие третьего места, хотя приезжали они явно за первым. Да, Empire очень хотят здесь выиграть, очень хотят сыграть в гранд-финале против Альянсов. Ну и они сыграют в гранд-финале против Альянсов, если доведут таки до ума эту игру. Есть мнение, что если Empire сейчас выиграет, то на третьей карте у них проблем вообще не будет. Ну, может быть, может быть. Так, что там у нас у Сайлента? У Сайлента есть сыр. Вот это круто. Да, и уже есть доминатор, то есть хоть какой-то аджор появляется. Блин, эти птицы, что же с ними делать, с этими птицами? Чё, а сколько, кстати, знаешь? Там уже дровка добавляет? 72 атаки, блин. Какая грязь. 210 дэмэджа. 210. За раз просто. Это 400, сколько получится? 420 урона, да? В секунду. Да, больше даже. Который еще и станет, и садится, да. Это, конечно, очень неприятная штука. Ну, больше всего неприятно, я думаю, сейчас там какому-нибудь флаю на Энигме. Ну, хотя он уже более-менее плотный. Ну, суть в том, что даже если ты героя убиваешь, все равно остается. Вот это вот чудо заморское. Да уж. Там уже спрашивают. Там уже пошли что? Зарубежные так, ребята, люди. Если кто-то спалит вообще где-то в Твиттере, что в натуре сказал маг, будете уволены. Это будет просто позор вам, вашей семье и в третьем колене. Так что все. Чтобы никто не узнал. Потому что с транслита сами буржуи не переведут. Я возмущен вашей некомпетентностью. Да, вот, кстати. Птиц надо убивать. Отлично. Минус птицы. Вот, то, что необходимо. То есть, вот, 5 секунд будет я, новое. Скажем, перевел то, что написал Мак. Да, Мак написал: сударь, моя команда возмущена некомпетентностью арбитража нынешнего матча. Вот так вот. Всего матча, да. Ну что же, Сайлент ни разу не палится, что он в миде.
как Крид почему-то вылетает по клипам. Бегут, ну, только что бежали так в смолке, пацаны, и Сайлент развернулся. Смотри, смолки, смотри, смотри, какая тут атака. Ой-ой-ой, как шикарная же атака. Поймать, боже, какая как шикарная сейчас атака. Поймать. Давайте, 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 и это минус 5. Вот это да! Вот что это вытворил Флай? Что вообще сделала команда Empire? Кто мог ожидать, что в таком месте на них нападут? Ты понимаешь, Cloud9, они секунды две не двигали. Ну, они бежали. Они туда, не понимали, что происходит, да. Они может, даже не смотрели, что на них напали там. Какой ган? Как вообще сюда можно было пройти? И ты понимаешь, что они сейчас вынуждены просто бежать по линиям, потому что крипы на их половине вообще за речкой. Ну да, они, по сути, только что очень сильно деморализовали, скажем, противника. Не знаю, получится ли заставить сделать байбеки парочку хотя бы, потому что времени не так много требуется для респауна на такой минуте, ну хотя уже достаточно позднее время. В любом случае, все три линии сейчас уже очень сильно пушатся и уже будут заходить по трем лайнам ребята из Empire. Два на топе, два на миде. Блин, и один как, по боту. Как у Empire работает вот эта вот координация? Как они четко все сделают? Тот на того, тот на того. Black Hole один поставили, рефреш, второй Black Hole просто браво, вот реально. Draw Ranger первый вырубили, все остальные ничего не успели сделать. Блин, я вот просто хочу посмотреть повтор этого момента, к сожалению, нет технической возможности этого минус сделать. Минус одна сторона точно. Появляется Tidehunter, появляется Клопа. У Tidehunter есть сейчас Ravage, уйти, не будем забывать. Да, они, я имею в виду, Empire должны сейчас отойти, немножечко перегруппироваться и потом заходить по новой, потому что все-таки нету уже блэк-холлов, еще минуту нужно ждать, но... Ну что, есть крик, ой-ой-ой, нападение, Сайлент выживет, Сайлент прожать, Сайлент просто отжирается, и посмотри, Envy, как же битый Envy, минус Тракса номер два. Тайт ультанул, уже не важно, уже абсолютно не важно, именно, Сайлент заходит, Сайлент хрюкает, ну все нормально, есть сыр, нужно прожать сыр, нужно успеть прожать, он прожимает. И сейчас Синг-Синг будет получать криты. Так, тут стан от птичек. Да, и минус Аегис. Хорошо, Синг-Синг тут под станчиком. И это ГГП. 50 минут, браво. Просто браво, Empire. Очень недурно. Вот что я могу сказать. Да, это была очень классная игра. Мы видим, Empire сейчас идут опять-таки на короткий перекур. Да, будет сейчас небольшая буквально пауза между матчами. Я как раз дам слово Ивану, пока вот он на кураже. Я смотрю, у Ивана горят глаза. Да тут не могут не гореть глаза. Действительно, матч просто вау. И с первой по последнюю минуту было, было весело и прикольно. And I'm just gonna say, было весело и прикольно, мне на самом деле матч очень понравился. Почему? Вырубите нам, пожалуйста, звук англоязычных комментаторов, вот спасибо. Да, ну мне не понравился матч, потому что, во-первых, мне не понравился пик Empire изначальный, я не совсем понимаю, зачем нужна фантомка была. То есть... Брюмастер, Бистмастер мы видели. Сегодня против Маузов сработало неплохо. Что, зачем нужна фантомка? Какая под нее идея была? 1500 дэмэджа вносить с удара. Ну, блин, ну... Но нужен был кэрри, который не особо зависит от сайленсера. Ну, чтобы там... Ну, хоть что-то делал, когда есть глобал. Ну, типа, наверное. Или, ну, я не знаю, надо у них пойти но спросить. Ну, учитывая, что сайленсер, и к этому я вернусь, сайленсер-саппорт, то достаточно было любого керри, который может, которому идет БКБ, который просто жмет одну кнопку во время замеса, это БКБ, и потом раскастовывается. То есть фантомка... Мне кажется, что если бы Cloud9 играли лучше, Cloud9, я считаю, сыграли просто отвратительно, то эта фантомка бы, за эту фантомку бы ребята из Empire поплатились. Теперь расскажу про сайленсера. Я все чаще убеждаюсь, все сильнее убеждаюсь в том, что сайленсер-саппорт не работает.
в Доте. То есть нужно кэрри брать? Что если сайлентера брать, то нужен сайлентер. Ну, или как саппорт, но с рефрешером. Хороший саппорт. Да, потому что ему нужно по-любому два ульта. Количество БКБ зашкаливает. Ну и могу сказать Клаунайнам, что они жлобы. И не дают ни реведжи, ни сайлентса, когда это нужно. То есть 100 раз можно было убивать мага, если дается реведж. Даже в том... Жалели. Ну, в том замесе, да, в том замесе, когда с Роша нашли ребята из Cloud9 на Ancient'ов, ребята из Empire, и поймали там мага. Идеально дали хекс на мага, там еще что-то. Почему не дать Ravage? Я не знаю, может быть, у них misunderstanding произошел, и Bone 7 хотел, чтобы дали Silence глобальный. Ну, и я на самом деле, короче, без понятия. Короче, ты недоволен игрой Cloud9, ты недоволен игрой в целом. Мне не понравилась игра. Да, замес крутые. Короче, игра минуты до 30 была действительно такой себе. То есть потом просто, что начали переворачивать Empire, поэтому, в принципе, эмоциональная составляющая игры для нас оказалась прикольной. Но я недоволен пиком Empire и считаю, что против Альянс такой бы пик не сработал. А против Альянс даже приблизительно такой не сработает. Вот. Альянс тут бы задавили и затоптали бы ногами, и все. Мне не понравился пик Empire, ну и поэтому какое удовольствие можно получить от матча, если просто сыграть... Ну, очень плохо сыграли Cloud9, не хочу их обижать, но они сыграли действительно очень плохо. Ну, у них есть еще шанс отыграться, конечно. Да, возможно, им в какой-то момент не хватило то ли наглости, то ли прыти, то ли еще чего-то, они могли выиграть эту вторую карту и уже готовиться к финалу, но сейчас надо еще и бороться с минус моралью. Да, и с плюс моралью сейчас... у Империи. Вот только что пробежался мимо Синг-Синг, явно с недовольным выражением лица. А Синг-Синг сделал все. Синг-Синг как раз сделал все. Не доиграли и Пайлайда, и Боун Севен. Ну да, Синг, конечно, отыграл просто фантастически. Ну хотя Боун Севен, он впитывал довольно много, да, там были моменты, когда... А? Ну, впитывал. Ну, были моменты, да, когда он раскастовывает Ravage, и почему-то Империя решает впитывает. Его убить. Ну, впитывает. А зачем бить Тайдхантера, который уже прокастовал Потому что мы пилоты. Я не знаю, почему. Потому что это Империя, которая тоже переживала. Третья карта, ребят, через 10 минут решающая третья карта. Никуда не уходите, будет очень интересно.